Так. Сегодня будем чинить лампочку Гаусс. Для этого нам, чтобы починить вот эту малышку, понадобится фен. Ну, можно простую насадку, я такой пользуюсь. Пассатижи. Мультиметр. Паяльник. Щупы. И аккумулятор. А, еще олово, припой. А всякий пожарный. И нож. С толстым лезвием. Для того... Так, ну это все мы уберем. Сначала лампу надо располовинить. И вот так вот прослабляем внутренний герметик по контуру. Дальше нам надо определить, где сломан в этом кластере диод, какой сгорел. Ну, здесь видно сразу. Вот он. Вот он. Но мы проверим все равно. Для чего нужны щупы? Ну, естественно. Вот. Теперь переходим к самому важному этапу.